Здравствуйте, дорогие друзья. Мы собираемся ехать в Армению. Домодедово. Да, в Домодедово сейчас находимся. Будем снимать видео про эту замечательную страну и вам показывать. Поэтому ждите. Прошли регистрацию. Ждем вылета. Да, сейчас самое сложное. Почему? Ждать. Не знаю, видно, не видно. Красавцы, сейчас я сниму его, полетим. Вот такая штучка. Сидит, скучает Вика. Ну? Ты? Да. Надо, что-то не взлетает самолет, да? Надо что сказать? Помнишь? Земля прощай. Добрый был. Вот он, Ереван. Мы уже в аэропорту не стали снимать. У нас там это самое, да, это площадь республики. Мы не стали снимать, потому что там нас с этим ПЦР-тестом замучили. Это просто кошмар. Потом расскажу, когда уже буду поподробнее там все снимать. А здесь сейчас посмотрите, какая красота. Это площадь республики. Вот, кстати, Вик, смотри, там фонтаны на ремонте или нет? На ремонт, конечно. Да, плохо. Здесь прям вот вечером очень красиво ездишь, как это самое, как по Европе прямо. Не как, а прям действительно. Да. Вот мы в Ереване. Где ты, Вик, покажись? Я здесь? Да. Здесь свой Собянин есть. Да, вот сейчас покажем. Тоже как бы. Плитка тоже пошла. Плитку делают. Ну здесь, конечно. Тепло, хорошо. Мухи, вот не, мухи пока не кусают. Вот. Сейчас идем сим-карты себе покупать. Вот. А вещи в номер уже положили. Да. Разгрузились и идем налегке. Еще надо поужинать. О. Ну это само собой. Поужинать это в первую очередь. Завидуйте! Вы не поверите, что мы здесь нашли. Не поверите, что нашли. Показывай. Black Star Burger. Это в Ереване. То есть уже даже поесть шашлычку здесь нет. И они ночью не спят. Какую интересную здесь штучку засняли, вернее, увидели. Запорожец такой с сувенирами, блин. Здесь чего только нету, как бы. Прикольно. Такие разные сувенирчики. Бутылочки вон стоят. Вообще класс. Оригинально так сделали, оригинально. Вот здесь, кстати, перелетом мы, конечно, устали. Зашли в центре в ресторанчик, решили покушать. Вот. Сидим пока здесь. Все хорошо, можно курить. Вот.
пепельницы. Пока еще ничего. Так, минералочек пока принесли. Вика вот затарилась вином здесь немножко. Как... Так, на первое время. На даже. Да. Мы начинаем с минералки. Правильно. Молодец. Сейчас принесут, когда покушаем, мы еще снимем. Что, что мы заказали? Заказали мы, я Люля заказал, Вика заказал долму. Овощи там заказали. Коньячок. Коньячок, да. О, а ты говоришь, много коньячка. Что здесь пить-то? Это она говорит много. Ну вы что, издеваетесь что ли? Это так чисто снять усталость. Мы здесь заказали немножко огурчиков, ведерочков, зелени, чтобы ну, так перекусить. Да, нарезочку сделать попросили. И вот нам принесли. Это у них немножко. Вот теперь думаем, как мы все съедим. Огурцы сладкие. Да, просто. Попробовали мы эту тарелочку. Слушайте, ребят, сейчас, подожди, я на тебя вид переключу. Говори. Ребят, я не знаю, чем нас кормят в Москве. Но то, что мы сейчас попробовали, базилик, это базилик. Ну, помидоры, я не знаю, это... Не передать словами, нет, да. Это, да. Вот, невозможно передать вот даже, туда. Даже на рынке, как бы то, что покупаем, казалось бы, вкусные. Это просто, по сравнению с этим, огурцы вообще просто сладкие. Правда, мы столько, наверное, не съедим, но ладно. Съедим. Вика дождалась долму. Да. Ну-ка, пробуй, давай. А его нужно что, нужно этими яйцами есть? А, ну, давай этим, да. Прямо щипчиками берешь. И? Может, вилкой лучше? Можешь вилкой. Вообще, могла макать. Ребят, так я учусь. Давай, давай. Ну как? Дима, на. Да, ну, я понял. Промахнулся. Вот так. А. Ты как? Все. Кончаем трансляцию, будем кушать. Сейчас мне еще люля принесут. Вот, мне люля принесли, да, как бы. Ты снимаешь как? Будем сейчас пробовать. Ну, а что, нет. Сейчас будем пить коньячок, курить. Здесь в ресторанах можно курить и наслаждаться. Вечерний Ереван – это что-то. Площадь республики. Красота, тишина, спокойствие, тепло, самое главное. Даже вечером, как бы, да? Здесь тепло. Это мы в центре, площадь республики. Ощущение не передать на самом деле. Картинка это одно, да, а то, что вот вы покушали, что это просто. Не знаю, где в Москве можно поесть так. Если только в ресторане павильона Армения на ВДНХ. Только там, наверное. Потому что там сами армяне готовят и привозят все из Армении.